Скоро закипит вода. Готовить кофе? Нет еще. Погодите. Сначала я хочу выкурить сигарету. Костя, что ты ищешь? Зажигалку. Слева от тебя. Почему ты ее не выкинешь? Она дорогая, это подарок Марине. В этом месяце ты опять не был в клинике. Да, ты прав. Хочешь на чистоту? Мне кажется, ты ведешь себя просто глупо. А зачем мне туда идти? Чтобы в очередной раз узнать, что я здоров, как бык? Что мне сердце в порядке, печень в норме, желудок. Зачем мне идти? Зачем мне мое 100% здоровье без зрения? И все-таки тебе стоило пойти к врачу. Вспомнишь, что он сказал в последний раз? Как не помню? Для вас не все потеряно. Еще эта дурацкая фраза «наука не верит в чудеса». Я тоже не верю. Ну, а почему ты не надеешься? Ведь это свойственно человеку. Ты на самом деле так думаешь, Алик? Какая гнусная погода. Видишь? Не вижу. Посмотри ты за меня. Вчера приходили из правкома. Пресловутый визит вежливости. Бывшие сослуживцы навещают меня раз в квартал. Представляю, как они бросают жребий, и тот, кто проиграл, проклиная судьбу, идет ко мне в гости.
Но ведь, может быть, они действительно тебя уважают, и у них остались наилучшие воспоминания о тех годах, которые ты провел вместе с ними. И они на самом деле беспокоятся о тебе. Не всегда люди так низки, как тебе сейчас кажется. Чрезвычайно интересно. Каждый день узнаешь что-нибудь новое. Мариночка, кажется, вода закипела. Нет, дорогая. Сегодня я хочу пить с краской.